Доброе-доброе утречко! Доброе утречко от наших хвостатых! Что, хвостатые, я к вам, милые хвосты! Мы уже покушали, да, и немножко не докушали. Да, я уже у них помылась все. И теперь можно жевать с чистым полом. Доброе утречко! А представляете, я пришла, а кокулик нет. Думаю, что, заболели животики у этих бегемотиков? Смотрю, нигде кокулик нет. Писюльки есть, а кокулик нет. Думаю, не может быть такого, чтобы за ночь маленькие детки не накокуняшили. А они, оказывается, под кровать, самый-самый дальний угол, куда вот неудобно ни с той, ни с другой стороны подобраться, спрятали. Они просто очень интеллигентные товарищи и говорят, чтобы мама-то не видела с утра пораньше. Они же в туалетик ходят, и мы, скажем, себе туалетик сделаем, чтобы тайный туалетик был, да? Но просто интеллигентные собаки, оказывается. Маленькие писюняшки. А пеленку им постелили один раз, второй раз, третий. А они пока с ней играют. Они пока не понимают. Но мы все равно будем продолжать пробовать, да? Вот такие они смешарики, маленькие малышарики, да? Ай, целовашки, обнимашки. Ой, господи, ну вот с рук не слазят же, это что, все ручные такие, как обезьяночки вы, да? Вот так вас снимать, товарищи собаки, а? Вы все время на меня ползете, все время на меня ползете, да? Вам всем нужно на мне сидеть. Что вы за маленькие барбосики, песики? Уже прямо зубастые, играют, как настоящие собаки. Косики делают, грызики делают. А хвосты какие радостные, веселые. Ну, это просто загляденье, да? Просто загляденье. И мы всем желаем доброго утра, веселого, вот такого, как эти вот хвосты машут, вот такого же веселого утречка. Да, у всех хвосты машут. Ой, сиди, ребенок, жалеешь на меня. Ну, что это за ребятенок такой? Это девочка наша, самая черноморденькая, это девчонка. Какие вы хорошие, какие вы пригожие. Всем желаем доброго утра и чудесного, замечательного начала дня.